Salam hörmətli tamaşaçılar. Kücdən zərbə verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu gün studiyamızın qonağı olan qonağı ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Komandamızın baş məşqçisi Zaur Svanadze. Zaur müəllimlə toplanışın yekunları barədə fikir mübadiləsi aparmaq istəyirik. Bilirsiniz ki, Inter artıq Gürcüstan toplanışını başa vurmaq üzrədir. Suallarımız toplanış barədə və qarşıdakı oyun barədə olacaq. Zar müəllim, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Zar müəllim, хотел бы узнать, как идёт подготовка и в общих чертах, как вы оцениваете результаты этих сборов? В первую очередь хочу поблагодарить руководство команды, что сделали нам эти сборы. Так выходит, что уже 7-й год подряд, если я не ошибаюсь, мы когда у нас пауза в чемпионате, мы приезжаем в Тбилиси и готовимся здесь. Очень хорошие условия и для тренировки, и для отдыха. И ребята готовятся очень хорошо, добросовестно работают. И идет нормальная работа, которую мы заканчиваем сегодня. Так что сборы прошли нормально. Сыграли товарищескую игру с одной из хорошей команды Грузии, Самтредия. Если вы помните, Самтредия играли с Габалой. У нас отсутствовали 7 игроков сборной команды. Но я считаю, что ребята сыграли очень хорошо. Даже на матче присутствовал тренер сборной Грузии и после игры отметил хорошую игру команды Интера. И я считаю, что это для имиджа Интера и для всего азербайджанского футбола мы провели хороший спарринг. Так что пока мы довольны. К сожалению, не обошлось без травм. Травму получили и Скарлатаке, и Мирсаи Аббасов. Ну, Мирсаи скоро начнет тренироваться, Скарлатаке, наверное, 3 недели понадобится, чтобы начать тренировки. Что касается, вы как вы знаете, травму получил в сборной Руслан Абышев. Врачи нам так говорят, что когда мы вернемся в Баку, он присоединится в команде и начнет обычные тренировки. Так что мы его ждем и надеемся на его помощь. Что еще можно сказать? Я так понял, что Руслан Абышев не поможет в игре с Сумгаитом. Это еще неизвестно. Он присоединится 4 числа и посмотрим. Если он начнет тренировки, посмотрим. Может и сыграет, может и не сыграет. Это доктора решают, так что подождем. Зар мәлім, а известен план после возвращения Азербайджана? Команда будет провести еще один спарринг или просто будет подготовиться к следующему игру? Нет, спарринга уже не будет. Просто будем готовиться к игре с Сумгаитом. У нас с Сумгаитом всегда сложные игры. Так что мы готовимся серьезно и надеюсь, мы сделаем все, чтобы достойно выступить в этой игре. Что еще можно сказать? Не знаю, больше нечего мне сказать. А общее состояние вот футбол команды, вот настроение, как они настроены, в общем плане, что можно сказать? Настроение хорошее. Я уже отметил, что ребята очень хорошо готовятся, и я доволен. Остальное покажет там поле. Так что подождем и увидим. Спасибо, Зар мәлім.